18 июня в зале городского управления прошла очередная сессия городского собрания Силаме. Первый вопрос – пожар на заводе Молекорп Силмет. На сессию были приглашены представители завода и Пястуамет. Александр Гурьянов подробно рассказал о пожаре, где возник, что горело, как проводилась эвакуация людей. Горожан напугал черный дым. Это продукт горения полиэтиленовых труб и им костей. Поскольку плавиковая кислота крайне агрессивна, все коммуникации из полиэтилена. Полиэтилен углеродного происхождения. И при его сгорании выделяется СО2, углекислый газ, сажа и вода, говорит Александр Гурьянов. При вытекании плавиковой кислоты работники нейтрализовали ее содой и известью. Поскольку воды при тушении было вылито много, то часть из нее попала в нижнюю речку, где практически нет течения и вода стоит. Поэтому горожан это обеспокоило. Представитель Пястуамет довел до присутствующих хронологию пожара. Первая пожарная команда прибыла на место в течение 1.5 минут. Поскольку пожар был скоротечный и агрессивный, были вызваны машины из близлежащих городов и даже из Таллина. Всего на пожаре было задействовано 26 единиц техники, 4 полицейских патруля и 4 машины скорой помощи. Председатель кризисной комиссии мэр города Теннис Кальберг рассказал депутатам о механизме работы кризисной комиссии, которая работает согласно правовым актам, где прописаны действия в подобных случаях. Депутаты задавали вопросы, касающиеся выбросов в ходе пожара, почему в цехе отсутствовала противопожарная сигнализация. После прибытия на пожар к тушению спасатели приступили лишь через 30 минут. Много претензий было и по оповещению горожан. Патрульные машины не могли охватить весь город, задавали вопросы и присутствующие на городском собрании горожане. Также депутаты заслушали доклад вице-мэра города по финансам Татьяны Ивановой. Консолидированный отчет о хозяйственной деятельности за 2014 финансовый год, где подробно расписаны доходы и расходы городских учреждений, заработные платы, ремонты и прочие статьи. Рассмотрели депутаты и другие вопросы повестки дня. Следующее заседание городского собрания планируется на конец августа. Закончились итоговые экзамены у выпускников Силамяйского профессионального училища, гимназистов и выпускников основных школ. 18 июня в Центре культуры чествовали выпускников училища. Уважаемые жители города, я еще раз хочу всех поздравить родителей, наших выпускников с выпуском 2015 года. У нас очень большой выпуск, около 300 человек на базе средней школы и основной. И я хочу сказать, что прошедшие профессиональные экзамены, профэкзамены, где членами комиссии были абсолютно независимые люди, люди, работающие в данных сферах, прошли очень успешно и подтвердили качество обучения в нашем училище. Это очень приятно, и это говорит о том, что в училище очень хорошее сотрудничество учитель, ученик, родитель. Уважаемые выпускники основных школ, я хочу обратить ваше внимание, что у нас работает приемная комиссия. И очень много сейчас приходит выпускников основных школ и средних школ из других регионов и из-за границы. Пожалуйста, приходите своевременно, чтобы не получилось, что мы, наше училище, как мы говорим, наше Силамяевское училище, не сможем принять выпускников наших силамяевских школ, потому что места будут заняты. Мы очень рады вас видеть, мы рады видеть вас, ваших родителей. Мы будем рады вам рассказать и показать, чему мы учим, познакомить с программами.
Внимание у выпускников! В Силамяевском профессиональном училище работает приемная комиссия. Хочу обратить внимание, что приемная комиссия в этом году у нас работает в общежитии в связи с большим ремонтом, проходящим в нашем училище. Пожалуйста, приходите, она у нас работает ежедневно с 9 до 3. Мы будем рады вас видеть. Поступают в Силамяевское училище не только горожане, жители других городов Эстонии, но и ближнего зарубежья – России. Олег, вы из Российской Федерации, города Кингисепп. Он недалеко, но государство совсем другое. Почему именно Эстония, почему именно Силамяевское профессиональное училище? Ну, этот вопрос, думаю, Виталику задать, сыну. Виталик, давай отвечай за отца. Хорошее училище, много знакомых оттуда. То есть ты узнал об училище от своих друзей? И ярмарка профессий в школе была. У вас была ярмарка. И какую же специальность ты выбрал? Инфотехнолог, программист. Олег, я смотрю, вы так сосредоточены и напряжены. Вы можете не волноваться. Олег попадет в хорошие руки, так скажем, хороший педсостав. Скажите, в Кингисеппе есть подобное училище? Ну, в Кингисеппе есть училище, да. Подобные, с такой специальностью? С такой специальностью нет. Нет. То есть нет такой специальности? Вот. Это, ну, в Питер надо ехать. В Ангорде. Ах, платно? Интересно. Ну, Виталик, удачи тебе. И вам, Олег, не волнуйтесь, все в порядке. Спасибо. 19 июня под звуки духового оркестра прошагали по улицам города выпускники Силамяевской гимназии. В Центре культуры торжественное вручение золотых и серебряных медалей. Председатель городского собрания Елена Коршунова, мэр Теннис Кальберг, вице-мэр Эви Пасмея, директор гимназии Арно Касенейт обратились к выпускникам, их родителям с теплыми словами и добрыми пожеланиями. В этом году золотые медали получили Пересыпченко Катерина, Трубин Михаил, Федорова Елена, Король Эльвира, Козлова Маргарита, Лутков Алексей. Серебряные медали: Пашиченкова Мария, Ермакова Надежда, Лобковская Анастасия, Герм Элина, Трегубова Ангелина. Все 3 года рядом со своими детьми были родители. И в блеске медали, несомненно, есть доля родительского труда и заботы. Их тоже отмечает цветами дирекция гимназии. Маргарита, за плечами 12 лет обучения. 3 из них – гимназия. И, как итог, золотая медаль. Многие скажут, ну, наверное, она гений, а вот у меня не получилось. Очень тяжело учиться. Маргарита, хочу напомнить нашим телезрителям, что ты параллельно с учебой занималась легкой атлетикой, и ты являешься неоднократным чемпионом в разных видах легкой атлетики. Чемпионом Эстонии. Скажи, пожалуйста, быть чемпионкой Эстонии, заниматься легкой атлетикой и учиться параллельно, это тяжело или ты все-таки гений? Это было довольно тяжело все время тратить на учебу и на легкую атлетику. Но я думаю, я справилась в течение этих 12 лет. Давайте не будем скромными, Маргарита. Золотая медаль! Справилась, и ты отлично справилась. Какие самые тяжелые для тебя предметы были в гимназии? Ну, самые трудные были это языки, эстонский, английский, потому что мне было очень мало времени, чтобы их изучать. Послушай, ну сейчас много техники, которая обеспечивает прослушивание аудиозаписи. Вот в карман мобильный телефон и, пожалуйста, уроки. Бежишь 10 километров и обучаешь. Ты применяла такой метод? Нет, это было очень тяжело сконцентрироваться в это время, во время бега. Ну и, наконец, какие твои планы на будущее, как обычно, спрашивают в конце интервью. Куда собираешься поступать? Я думаю поступить в Таллинский технический университет и параллельно там, возможно, заниматься спортом, легкой атлетикой. Ну, я желаю тебе успеха, тебе, твоим родителям и всем тем, которые закончили как золотой, как серебряный, так и без медалей. Спасибо вам. Пожалуйста.
Катя, Лена. Маргарита сказала, что ей тяжело дались иностранные языки, эстонский, английский. Вам-то что, сложно было изучать? Для меня лично показала сложная математика и химия. Но да, я согласна, что математика для меня была самым проблемным уроком в плане того, что, ну, просто тяжелый материал. Ну, математика – такой предмет, к которому склонны люди со склонностями, так скажем, да, к точным наукам. Так а что же вы делали тогда, если сложно давалось? Вызубрить правила, а если не понимаешь условия задачи, не можешь ее выполнить, что вы делали вообще? Старались понять и пользовались дополнительными уроками. Ну, у меня была хорошая учительница, за что ей большое спасибо, которая всегда помогала мне понять материал. Ну и ваша золотая медаль как итог, да, математика? А что же вам легко далось? Лично для меня было легко учить языки. Интересно. Лена? Ну, как бы у меня тоже есть большой интерес к языкам, а также нравились такие науки, как химия, биология. Ну, куда собираетесь поступать? Ну, в моих планах пока что пойти в юридический. Я иду на логистику и в Таллинский технический университет. Там как раз математика не нужна. Ну, за исключением как подсчет денег, как юрист. Ну, удачи вам и спасибо вам за золотые медали. До свидания. Спасибо вам еще. Торжественное мероприятие украсил в основном состоящий из гимназистов джазовый ансамбль «Moral Drive». Большим общим мероприятием завершил свою работу городской лагерь. Мой собеседник – директор лагеря Александр Городничев. Большое вам спасибо за то, что вы не пропускали занятия, за то, что вы приходили каждый день. Я думаю, что лагерь вам понравился, потому что он был очень насыщенным. Вы побывали везде, вы играли, очень много двигались, хорошо питались. И кашу мы к концу смены все-таки съедали. Александр Юрьевич, к сожалению, для вас и для детей закончилась смена в городском лагере. Вы на память не можете перечислить количество мероприятий, которые проходили в лагере? Мероприятий много, только Ули провел 4 мероприятия. А так, каждая специализация, плюс еще дополнительно каждый отряд, например, легкая атлетика, постоянно проводил какие-то маленькие капустнички. Поэтому было весело. Дети провели, мне кажется, очень плодотворный лагерь. В каких городах и весях вы побывали с экскурсиями? Нарва, Тойла, Паньярве, там по деревьям лазали. Ну, естественно, Раковере, это же водный центр, это, можно сказать, там прописка наша уже, ребята там прописаны. Александр Юрьевич, ваше мнение, 2 недели, это много или мало? Стоит ли увеличить или стоит ли уменьшить? Тут ваше мнение как директора городского лагеря. Наверное, все-таки я начинал в свое время, когда лагеря были по 3 недели, и июнь, и июль. А сейчас, наверное, все-таки лагеря по 10 дней очень компактные. Ну, разве что можно было бы сделать 2 смены. Тем более, что я слышал мнение некоторых наших горожан о том, что хотелось бы и в июле, может, даже сделать. Вот мои дети взрослые, если бы у меня был маленький ребенок в возрасте там 9-12-13 лет, конечно, я с удовольствием бы отправил бы его в лагерь, потому что посмотрите, как весело они здесь отдыхают. Наверное, стоит об этом подумать на будущий год. Александр Юрьевич, ну а теперь о неприятном. Какие-то несчастные случаи были, кто-то палец порезал, не дай бог, руку сломал. Фу-фу-фу! Вот, если только сейчас что-то там случится. Не надо, Александр Юрьевич. Да все нормально, слава богу. Все в порядке. Ну и, наверное, те дети, которые были в лагере, они отдохнули, набрали сил, никого не взвешивали. Никого не взвешиваю, я говорю, я взвешиваюсь сам. Я опять сказал неправильно. Вы не измеряли вес. Я, например, похудел, потому что мне как бы немножко маловато. Ну вот, а ребятам нормально. По внуку смотрю по своему. Внук говорит, и вообще, говорит, удивляюсь, почему он так быстро закончился. Так что... Раз он так сказал, время было насыщенным мероприятиями, для них оно пробежало очень быстро. Ну, большое вам спасибо и надеюсь, что на будущий год будет 2 смены, июнь, июль. Надеюсь, что меня пригласят как директора, если я понравился. Ну, и если денежки будут, то почему городу не проводить дополнительные лагеря?
Таисия, Эрика, закончилась смена в городском лагере. Понравилось? Да, очень понравилось. Эрика? Мне очень понравилось. Чем же вам понравился лагерь? Тут весело, спортивно очень. С нами учителя играли, мы в аквапарк ездили. Скажите, если бы была смена не 2 недели, а 3 недели, вы бы с удовольствием продолжили бы посещать лагерь? Я не очень, потому что я не выступаю. Ах ты, Соня! Я бы еще 2 года была здесь. 2 года и в школу бы не ходила. Ну, давайте, идите играть, спасибо вам. Ночь с 23 на 24 июня считается днем летнего солнцестояния. Это самая короткая ночь в году. Купала, Иванов или Янов день отмечают многие народы Европы. Наш город не исключение. Поскольку сейчас ведутся строительные работы на тропе здоровья, место проведения праздника пришлось перенести. Наш горожанин любезно предоставил свою частную территорию для проведения праздника.
председатель городского собрания Елена Коршунова доставила в город огонь Яновой ночи. Thank you.